Против политического рейдерства объединились Социалистическая и Социал-демократическая партии Украины. На своей первой совместной встрече в Кривом Роге делегаты заявили о попытке захвата соцпартии. По словам нардепа Сергея Каплина, 8 июля 2017-го состоялся так называемый съезд СПУ, где с подачи бывшего лидера Петра Устенко председателем СПУ выбрали советника министра внутренних дел Илью Киву. Съезд нардеп называют нелегитимным, так как Петр Устенко еще в 2014 году был исключен из партии. По словам Каплина, лидеры социалистов и социал-демократов намерены обратиться в ГПУ с требованием привлечь к ответственности Устенко и Киву. Также уже направлено обращение в НАБУ с требованием привлечь к ответственности и главу МВД за то, что он руководил попыткой силового захвата соцпартии Украины. Уже 2 сентября в Киеве состоится Всеукраинский съезд объединенных политических сил. Лівоцентристські сили в країні, соціалістична, соціал-демократична партія, профспілки покладуть кінець геноциду над українським народом з боку Яценюка, Авакова і їхніх кив. Ми мобілізуємо всіх членів соціалістичної партії по всій країні. Готуємося до надзвичайно масштабного історичного з'їзду 2 вересня. Наступне. Проводимо після Конституційну асамблею і разом із простими людьми з соціалістичною, соціал-демократичною партією народжуємо нову Конституцію, на яку очікували мільйони наших громадян всі 27 років.